Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХХР 2. Так, забираем свои награды. Так, результаты. Мы победили, друзья, мы победили. И поэтому награду. Так, форсажик нам выпадает на экскаватор или трактор. Так, плюс еще здесь немножечко наград. 10500 деталей и один билет. Плюс крылья и колесный ускоритель. Ну, нормально, нормально, так хапнули, да? А почему я дальше не могу запустить? Так, тяжеловоз, амортизатор прыжков. Подожди, а почему я не могу запустить, ребята? Так, всем привет. Странно, сеанс окончен. Ну, понятно, что сеанс окончен. Почему я не могу запустить его? Так, ребят, ну что, сегодня попробуем взять 26 тысяч кубков. А такие у меня вот планы. Не знаю, хотелось бы, конечно, 30 тысяч взять, потому что тут осталось уже до конца месяца буквально 10 дней. Так, меняем водилу нашего. Давай-ка возьмем вот этого чудика с сырной такой вот антенной на голове. Так, поехали. Раллийные авто, ребята. Ну, понятно, тут как всегда. А чё... Эх, чё за проблема-то? Так, здесь перепрыгнули, ладно. Водичка, все дела. Слушай, финиш? Да, приехали. Не ожидал, конечно, я тебя. Кокосовая бухта. Что еще за... Ох, чуть было не перевернулся, ребят. Что еще за кокосовая бухта? Тихо, там кто у нас шпарит? Суперкар, что ли? И вон на этом... Как говорится, мордочка вроде. Да, это именно он. Ну, он слабачок был по сравнению со мной. И у нас сумасшедший город. Сумасшедший город. Мой чувак с антенной сырной на голове, надеюсь, не профанится. Ага. Вот они проблемы, это суперкары. В горочку-то ему тяжело заехать. Первое место за нами. Первое место я получил. Да, вот все, ребята, гонки. Получилось, как бы активировались. Так, ну а у нас восхитительные диверсии. Прям такие вас... Нифига, чё... Тихо, 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 ты... Рэй, ты что делаешь-то? Че это тебе так... Поднесло-то, да ёпрсты. Чё машину-то так? Извините меня, ребят. Кидает я. А как этот вшивый самурай-то? Да что ты будешь делать? Я вообще, ребят, так не хотел делать. Мою машину закидывает, я не знаю, как, кого и что. Как самурай вот этот вот здесь оказался? Он был сзади меня, ехал там, я что-то не понял. Где-то я, видимо, ребята, вспышку-то потерял. Давай, 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 аккуратненько, аккуратненько. Вот. Вопрос, ребята, откуда он взялся? Как он здесь взялся? Это что за читы? Ребят, не помогли ему читы, как мы видим. Чувачок-то разбился. Ну и по делам ему. Так, теперь мотоциклисту, да, начинает выпендриваться. Давай-ка не поедем с тобой наверх, я не хочу там скакать, как сайгак. Так, итого у меня 6, второе место занял, да?
Второе всего лишь место. Это моя шахта. Блин, пора, наверное, брать, ребята, возвращать крылья, мне кажется. Потому что, ну, что-то как-то не то. Фига себе, я прям на заднем колесе это как бы бустанул, да, ребята? Опять же, благодаря усилителю колес, который стоит у меня. Вот объясни мне, почему он не разбился? Он головой-то... Вот, все, готов. А нечего, как говорится, прыгать там. Выше головы. Не ролейщик, это извини. Я должен быть первым. Так, я выиграл 6 гонок, поэтому, ребят, задание выполнено у меня одно. Вот, ненавижу, когда вот так вот подпрыгиваем. Так, давай, рейдж, ускоряйся. Будь красавчиком. И мы красавчики. Все, ребят. 9 баллов получили. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас. Так, 3000 монет. Опа, новая краска на экскаватор. Так, сделайте 6 поворотов на раллийном авто. Вот это поменять можно. О, выиграйте 6 гонок. Четенько. Так, команда. Привет, Рэй. Ты записываешь видео? Да. Максимка, я записываю видео. Ну что, кубок колпака и ступицы. Слушай, а может быть нам кубок колпака и ступицы взять? Вот такой вот вариант. Блин, зря я такой вариант взял. А может быть не зря. На крыльях-то, короче, здесь, ребят, конкретно я, да? Разлетался, но там еще и мотоциклист. Блин, чуть-чуть, ребят, не хватило, блин, слишком затяжной как-то прыжок у меня получился. Иномат меня обогнал. Опять эта вертушка, блин, наколола меня, а? Да давай ты, Рэй, ну ё-моё, ну. Все, трындец. Два мотоциклиста, блин. Опять я обделался, короче. Блин, из-за этой долбанной ямы, в которую провалился. Все из-за нее. Провалился в яму и все, ребята. Пока из-за нее выкарабкивался, вот, сам видел, что дальше произошло. Ну, поднажмешь ты в конце-то концов. Да как он перепрыгивает-то, ёпростый, вот объясни, как он, блин, перепрыгивает через вот эти все, блин, пригорки. Даже у меня тоже были крылья, ребята. Но я что-то не смог перепрыгнуть, как он, блин. Пипец, короче, какой-то. Ладно, возьмем нафиг первую конфигурацию. Достали уже все, блин. Да, посмотрим. Там, блин, еще и выскочки, блин, не хватало мне. Ага, съел. Тихо ты, родной. Блин, чуть было не перевернулся, нормально все. Так, большие валуны, большие города. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Поехали. А лорд лоба, ребят, что-то вообще как-то не лоба совсем даже. Там еще и дизелек выпендривается. Тут же лихач. Лилихаммер. Все равно не смог. Не смог его обогнать. Ну что, у него то же самое, ребята. У меня колесный ускоритель, я с этим колесным ускорителем даже обогнать не смог.
Опять же, ребята, все зависит от прокачки деталей. Если у него, например, колеса круче прокачаны или еще что-нибудь в этом роде. Вот, правильно. Все, ребят, преимущество он потерял. Потому что он там впендрюкался в кактусы, как ты видел. Ать. Ать. Ну, вот теперь делай выводы, ребят. Стоило мне тоже немножко только застрять все, он уже летит. Ну, слава богу, все получилось. Давай дальше ехать. Слушай, у нас, кстати, сколько? 559 тысяч монет. Не пора ли нам что-нибудь прокачивать, а? Вот как ты думаешь? Мы хотели прокачать у нас байк. Байк мы хотели прокачивать. Да, дороговато байк обходится в прокачке. Эффект прижимной силы. Дает прижимной силы. Так, что-то у нас. Кубок Скалистогора. Не-не-не. Кубок Скалистогора. Это только для ролейки. На байке, я не знаю, ребята, это, наверное, опасно на байке. Ёпарасоте, твою душу, блин. Начали заезд, называется. Так, это он что там с этим едет, что ли? С ускорителем, раз он на горючке, ребят, сработал. Да, у него нитро стоит. Но меня-то больше волнует не это, меня волнует то, что, блин, первый заезд у меня коту под хвост полетел. Надо было, блин, так тупо и нелепо разбиться, ребят. Ну что еще? Это ради да выпендривался. Я третьим еду. Все, короче, понятно здесь. Да. Запипикало, блин. Че там кубок Хилл Климба? Давай-ка я, наверное, попробую на байке проехаться. Блин, надо еще к нему как-то, ребят, привыкнуть. Офигеть, короче, его рвет с места. Ну и, соответственно, ты сам понимаешь, защиты у меня нету. Головой ударяюсь, если обо что-нибудь. То мне кранты. Так, без заносов. Ё-моё, у него обшивка, ребята, ломается. Ну, слушай, он как бы и скоростной, и в то же время, ребята, не чувствуется этой скорости, понимаешь? Так, сундук, магнит, стартовый ускоритель. Зеленый кубок. Слушай, зеленый кубок, это у нас, если не ошибаюсь, для нашего супердизеля. Лес, болото, по-моему, это для него. В плане, ты же взял горючее, с какого перепуга ты не бустанулся-то? Да что ты себе, блин? Ну, понятно. Ну? Я в шоке. Ну, взяли мы первое место, ты видел сам. Так. Да куда ты?
Давай тихонько, аккуратненько. Все нормуль. Да ладно, перепрыгнули даже, молодцы. Еще и первое место заняли. Я же говорю, это, ребята, для супердизеля как два пальца об асфальт. Ой-ой-ой. Да куда ж ты так подлетаешь-то круто? А чувак там на форсаже, да, шпарит, я смотрю? Ну, он уже дошпарился на форсаже. Он уже лежит там в кювете, отдыхает. Форсажник фигов. Так, а у меня следующий противник. Его как одной левой. Нет, 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 парень. Захотел ты чего, супердизелек. Ой, баги захотел там поймать. Но ничего не получилось. Так, амортизатор на моноколесо. Это просто смех, ребят. Ну какие, блин, амортизаторы на моноколесо? Ну согласись, ну это бред полнейший. Так, что там в команде у нас? Скорее... Так, попробую. Попробую сегодня. Сегодня выложить. Так. Ну что, мы продолжаем, ребят. Блин, ты посмотри, труба какая-то. А у меня нету этого. Как он называется-то? У меня нет премиум. Кстати, ребят, кто пишет из вас: Рэй, купи там премиум пак и это. Ребят, я не могу купить никакого премиума пака, потому что оплата у нас не работает. Плейвская, это Google Плейвская. Поэтому что ты там делаешь-то? Поэтому ты никак тут не задонатишь. Вот так. Ну что, ребят, я, кстати, на одном дыхании, пока тут с вами бубнил, на одном дыхании эту гонку пролетел. Я смотрю, тут выскочки аж две штуки. Так, этот меня обогнал. Ходу дела, я тут... Ох! Ну это трэш. Это, ребята, был трэш. Это же надо было врезаться в какой-то, блин, бордюрчик там, блин. И перевернулся. Хуже, блин, не придумаешь. А это еще с форсажем едет, чувак-то. Ролейка, который сзади. Но, благо, никакого форсажа ему не попалось. И я занял первое место. Жить. Так, болотистый кубок. Болотистый кубок. Слушай, ну болотистый кубок, насколько я помню, это для супердизеля нашего вообще топ. Он их проходит на ура обычно. Я не удивлюсь, если вот этот супердизель, который сзади едет, сможет меня наказать. Вот это ускорение, которое идет у нас на турбины вот эти, которые спереди торчат. Вот они дают, ребята, мощный рывок, если ты, конечно же, едешь на заднем колесе. Но это не всегда получается. Вот это вот. Вот зачем вот сейчас? Вот сейчас, в данный момент, мне нафиг этот рывок не нужен был вообще, ребята. И даром, так сказать. Ну вот смотри, я обогнал их. Мало того, что обогнал, да еще и первое место взял. Хе-хей. Нубасосы, а. Просто нубасосы, ребят. И прыгаем мы как-то получше. Фига. Эта машина стала прыгучая. Хотя без крыльев и лечу. Вот и все, что и требовалось доказать. Еще и сбили там томатную пасту какую-то. Так, что там опять? Ого, будет круто, если... А, ну, конечно, круто. Его надо будет еще, ребята, прорендерить. Ну, это где-то, ну, сколько там, я не знаю, уйдет. Ну, полчаса. Оу.
Фига ты. Ты с этим, с ускорителем, что ли, ехал? Или как ты так свистунка-то заправил, а? Парень, объясни мне, как он так подрыв? По-моему, ребята, у него была ракета, да? Другого мне объяснения нету. Вот ты видишь, у него ракету нет? Ну да, вон она, ракета, ребята. Как раз из-за нее-то он так и бустанулся. Ауч, ауч. Нормально, ребят, нормально. Едем, 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 едем. Есть. Чувак на заднем колесе думал, думал, сможет. А у него варианта не было, ребят. Если бы он снизил бы скорость, бы он проиграл. О, сейчас вообще замечательно. Просто плашмя упал. Я думал, так только я могу чудить. Но видишь, тут еще и помимо меня есть чудики. А вот этот вот мне не нравится, ребят. Сейчас на форсаже меня сделает. Точнее, блин, не на форсаже, а на нитро. Все время путаю нитро и этот форсаж, блин. Никто меня тут нафиг не сделал. Все. Первое место. Жить. Так, что там? Согласна, согласна, конечно. Так, ребят, грязное ралли. Грязное ралли — это вот, наверное, все-таки для нашего супердизеля. Не погорячился я, не, ребят? Просто, блин, не дают даже перед финишем в яму в эту шпиндякнуться, и все, ребят. Вот объясни ты мне, дурачку, блин, как он едет на своем форсаже, ребята, бесконечно. Ну вот как это можно быть, ребят? Ну это нереально ехать бесконечно на нем. Тут вообще что-то улетел, фиг знает куда. Как он так ускакал, блин, от нас, непонятно. Короче, грязное ралли, ребята, обман был. Никакой это не грязное ралли. Одна всего лишь трасса была с болотом, и все, остальное вон. Проиграли, короче, мы в этой гонке вообще конкретно. Грязные ралли, блин. На этой бы трассе я бы на супердизеле, ой, на этом, первое бы место взял бы на раллийном авто. Чувак довыделывался. Это фигня полная. Там 5 очков, блин. Даже, а, третье, хотя бы третье место. Ладно, фиг с ним. Что там у нас дальше за гонкой будет? Ага, Райская бухта. Слушай, ну раз Райская бухта, здесь уже однозначно надо будет брать с крыльями. Вот это вот. Ай, поехали. Ну давай, 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 давай. Давай, давай, наяривай. Здесь, соответственно, перелетаем. Все как нам и положено. Единственное, да, что у нас не будет. Как бы тебе это объяснить-то? Ну, ускорители. Если это можно назвать. Да стань ты, господи, вот ты. Нафига ты вот лезешь со своим переворотом, а? Вот так и хочет, ребят, перевернуться. Вот специально вот как делает, а? Блин, надо было понизу ехать. Я поверху зачем-то поехал. Тут, видимо, одна гонка у нас, да? А, мы же на яхту летим. Точно. Ладно. Здесь хорошо все получилось. Кстати, знаешь, какой давно не было трассы? Я сейчас вспомнил. Помнишь, такая трасса была, где в снежных горах подкидывал нас еще там воздухом-то? Что-то я давно ее не помню.
Фига там, ты видел, как чувак там кренделя выплясывал? В воздухе еще и кульбит успел какой-то замутить. Рассовыла. Блин, дали бы мне вот этих вот миллион штук. А они их на разборку куда-то там тащат. Совсем не в тему. Кто-то впендрякался. Ать! И сам, главное, впендрякался, блин. Фига себе. Еще и монеток успел подтырить чуть-чуть. Просто. Просто как в сказке, ребят. Пролетел и не заметил. Ну что там? Так, пеликана какой-то там впереди у нас едет. Ну да, взял первое место, но по факту все равно я первый. Такой и жду, главное, награды. Жду награды, а ее нету. Подожди, а нафига я вот это взял? Стоп, друзья. Здесь надо взять вот это вот. Ожидание. Глубокий омут. Ну что, что за ожидание твое налево? Давай. Так, ёп! Помаковка, а? Какого лешего? Мы раньше нормально заезжали. Сейчас-то с какого фига ты не залетел-то туда? Видимо, то, что у нас этот ускоритель стоит, блин. Мы, наверное, с тобой из-за этого мощнее прыгаем. У меня других нету, ребята, вариантов. Ну, все как умные поехали. Как надо. Первое место все-таки я успел здесь урвать. Даже несмотря на то, что, ребята, я там отстал очень сильно. Я не пойму, это байк, что ли, тут со мной соревнуется? Ну да. Да, я сейчас лечу, я фиг его знает. Ну! Кто там, верщак? Ну, это не тот верщак. Это какой-то бракованный верщак, ребят. Того звать верещак, этого верщак. Путешествие на пальцах. Ну, путешествие на пальцах мы берем, опять же, с крыльями, ребят. Вот так вот. Надеюсь, я угадал. Блин, а где крылья-то? Крылья-то... Нет, на месте. А почему они не работали? Понятно, магнита нету. Не было магнита. Вот почему я не хватал-то все, блин. Твою налево, ладно. Эгман, человек-яйцо, блин, ты... Блин, с этими багами тут еще. Баги на баги, баги погоняет. А это на форсаже, да? Да, ребят, этот гандон был... Извините, но он был на форсаже. Гордон, да-да. Так. Давай. Куда летим? Фиг знает. Все, наконец-то, первое место, блин. А место первое тоже. Отлично. Ребят, 26 тысяч кубков уже, вот они, прямо перед носом. Первая модификация. Поехали.
Надо будет как-то, если будет трасса какая-нибудь, поспокойнее возьмем этот байк, попробуем на нем погонять. Чуть-чуть. Киалоха какой-то, король Киалоха. Киалоха говна лепеха. Ага, съел сосунок. Давай, 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 да не дуркуй ты, блин. Блин, хотел вниз, думал. Нифига у нас тут. Ай, я засмотрелся, ребят, на другую машину. Одна гонка, да? Одна гонка, ребята. Пипец, блин, третьим еще приехал. Ну, ну какого хренуса, блин? А, блин, здесь надо было вообще байк брать. Здесь можно было бы на байке нормально, ребят, покататься. Крутой Юрчик, как огурчик, да? Но здесь, я думаю, первое место у нас будет обеспечено. Блин, ну там вот в подземке, конечно, да. Что-то как-то сплоховали мы. Вроде старался изо всех сил, пш, нифига. Опа, опа, опа. Он еще и с этим, с нитро едет, прикинь. Он еще и нитро себе поставил. Чувак там перед финишем разбился. Перевернулся. Идеальный старт. Воу-воу-воу-воу, а мог туда, ребят, как всегда, шпиндякнуться. Отлично. Ну что, первое место? Топчик. Это была изи-катка. Что там? Всем привет. Так, ладно, ребят, давайте. Тут остался весенний город. Давай возьмем, наверное, байк. Попробуем весенний город на нем проехаться. Так, а у меня там стоят хоть какие-то на нем элементы? Да, я вижу, монетный ускоритель у меня стоит. Мотыляет его, конечно, но... Жалко, что на этом мотоцикле нельзя, ребят, поставить защиту. Это вот жаль. А так было бы прикольно. А сейчас, блин, туннели. Ты чё ты... Я в шоке сейчас, что было. Фига он подорвался. Фига ты так подрываешься-то резко. Взял, короче, и... Ну, ты сам видел. Перевернулся и разбился. Непредсказуемый байк, если честно. У меня же все в глазах мельтешит, ребята, от такой скорости, на которой мы сейчас едем. Все. А, еще одна будет гонка. Понял. Нет, 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 только не туннели. Ну, слава богу, она не подпрыгивает так высоко, как другие машины. Вот если сейчас будут ящики, эти контейнеры, это будет... Буквально, ребята, на ровном месте. Просто на ровном месте взяла и перевернулась. Вот так вот. Я в шоке, конечно. Да куда? Да что она вытворяет, блин? Да невозможно на ней ездить, ребята. Вот серьезно вам говорю, на ней невозможно ехать. Ее переворачивают, как, не знаю, чуть-чуть там где-нибудь. Там, я не знаю, блин. И все. На кнопку этого как старт уже газа вообще, ребят, нельзя нажимать на нем, на мотоцикле на этом.
Иначе ты будешь постоянно переворачиваться. Чё-то вообще все пошло не по плану, блин. Что-то я расстроился, блин, за этой... Из этого мотоцикла, блин. Две гонки просто сфейлился, ребят. Чёртовой бабушки эти гонки, блин. Этот мотоцикл дурацкий. Ну давай ты уже проезжай там быстрее. Теребунь, конечно, непонятно чего. Нам нужно как минимум сейчас с тобой еще одно место занимать. Первое. Чтобы хотя бы из этой пропасти вырваться. Бегай он там на форсаже, ты видел? У него стоит ускоритель. Нет, у него ускоритель нет. У него стоит форсаж. И у него стоит... А, у него монетный ускоритель стоит и крылья. Я все равно первым. Странно. Куба, городская война. Куба, городская война, тени на солнце. Что-то такое знакомое. Фига ты, парень. Ага, в водичке-то ты слабоват, я смотрю, слабоват. В воде, ребята, он сбрасывает скорость капитально. Вот спрашивается, нафига мне вот это вот надо было? Мог бы там вот под водой спокойненько проехать себе и все, да? Ладно, хорошо, хоть заняли первое место. Спасибо. Не погружайтесь. Попробуем. Так, ребят, наверное, сейчас поиграем до кубков. И пойду-ка я на тренировочку схожу. Немножко гнева своего выплесну, так сказать. Смачно. Но сколько нам еще? Мистический кубок. Ну давай мистический кубок, ребят. Я не буду ничего изменять. Поеду вот так вот. Без всяких тут крылышек. Без всего. Так. Еще один тут нашелся у нас с этим с ускорителем для колес. Но я, слава богу, здесь первым. Ну что, поехали далее. Первый заезд у нас получился довольно неплохо. Надо было, блин, на потолок врезаться. Ого! Ну, чувак-то фокусник, однако, блин, ты видел? Так, ребят, меня догоняет. Не догнал. Блин, эти две ролики просто меня везде преследуют. В первой гонке они сзади меня были. На второй гонке то же самое. А этот, я смотрю, все-таки, ребята. Ага. Помним ошибки прошлых гонок. Совенок или кто там, я не знаю. Все, ребят. Первое место. Блин. Кто там это, опять этот верещак или как-то? Вот это вот верещак, ребят. А то был верщак. Я вспомнил эту гонку. А это, смотри-ка, поверху. А как вот он поверху там едет? Заехал как-то, фиг поймешь. И поверху промчался. Ну что, забытое шоссе. Давай попробую я, наверное. Прикинь, забытое шоссе. На супердизеле. Вот, наверное, тупизм, да? Полной категории. Хотя... Главное, чтобы не было тоннелей.
Мог бы сейчас так впендрючиться бы, ох. Тихо ты нафиг. Контейнера тут еще. Воу-воу-воу-воу. Блин, я думал, сейчас впендрючусь. Не, ребят, нормально все получилось. Все получилось как надо. И гонка тут всего лишь одна. Трасса, точнее, одна. Ну, берем или нет? Есть. Да, друзья мои, взяли мы. Опа, на супердизель. Топливный ускоритель. Как тебе такой расклад? Шикарно. Уж не знаю, ребята, сможем ли мы забрать с вами 50 тысяч кубков на этот месяц. Не буду, конечно, ничего обещать, но я попробую, ребят. Попробую, постараюсь взять. Ну что, на сегодня буду закругляться и пойду, наверное, на тренировочку. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.